Друзья, в нашем сегодняшнем садовом обзоре кусторез Ryobi 6160 мощностью 600 Вт. Какое-то время мы уже поработали этим инструментом, и впечатления самые положительные. Давайте немного о технических характеристиках. У него довольно длинная шина, 60 см, расстояние между режущими зубами 28 мм. Они имеют алмазную заточку. Очень важно, что в комплекте с этим инструментом идет вот такая насадка Hedge Sweep. Она монтируется на верхний край шины и способствует быстрому удалению веток с шины. Работать вот с такой насадкой более комфортно. Далее, D-образная ручка имеет кнопку, которую удобно нажимать, как бы вы ни работали, либо в горизонтальном исполнении, либо в вертикальном исполнении. Либо вот так, либо вот так, либо вот так. Инструмент имеет поворотную ручку. Вот здесь специальный рычажок. Мы его поднимаем, и ручка либо под 45 градусов ставится, либо под 90 градусов. Это позволяет работать инструментом вот в таком вертикальном положении. То же самое и в обратную сторону. 45 градусов и 90 градусов. Есть небольшой нюанс. Инструмент включается с небольшой задержкой. Когда мы изучали мнение о нем, некоторые пользователи писали, кого-то это бесит, кому-то все равно. Вот посмотрите, включаем предохранительную кнопку и затем включаем основную. Задержка идет полсекунды. Считается, что это более безопасно. Ну вот мы поработали порядка часа этим инструментом, вообще уже через несколько минут не замечаешь этого. Инструмент удобен, инструмент комфортен, его вес 3,7 килограмма. Конечно же, если вы работаете долгое время на вытянутых руках, это ощущается. Но в остальном никаких дискомфортных ощущений он не доставляет. Давайте я вам покажу его в работе. Вот посмотрите, одну березку мы уже оформили. Очень красиво получилось и довольно быстро. С секатором раньше это занимало минут 20, а здесь несколько минут и все. Так, ну что, думаю, можно начинать. Ну вот такие ветки по сантиметру, по полтора, просто как в масло. Нормалек? Да, отлично. Ну, друзья мои, ну вот примерно так она работает. Шикарно. Сколько мы потратили на нее? Ну, 5 минут, и березочка шариком снова радует нас, аппетитно вписываясь в ландшафт курятника. Кстати, друзья, кто не знает, у нас на даче курятник. Он абсолютно автономный. Мы можем не приезжать сюда и никого не просить смотреть за курами месяц. И все будет в порядке. Даже зимой будет тепло, все будут нестись, будут сыты, будут напоены и даже будут гулять. Кому интересно, переходите по ссылке, которую я оставлю в описании к этому материалу, как сделать на даче автономный курятник. Наверняка же все
ну не все, некоторые хотели кур, но никак не могут понять, как же быть с ними. Как же быть с ними осенью, когда на дачу вы уже приезжаете не с такой частотой, как летом. Так вот, ничего страшного. Можете оставить их, например, 15 сентября, приехать на дачу 15 октября, и с ними все будет хорошо. Снимите хороший урожай. Вот мы держим 25 кур, снимаем обычно больше 150-160 яиц. Они никак не портятся. В общем, все с ними хорошо. А сейчас надо убраться в курятнике, почистить наш инструмент, нашего нового друга, немножечко смазать и поставить его в гаражик. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока.